Я медицинский сотрудник, я сестра-анестезист, уже более 26 лет работаю в этой профессии. С этим продуктом я познакомилась благодаря Алёше и Оле. Я пью это с октября месяца. Подсадила всю свою семью, мужа, младшего сына, потом старшего сына и его супругу. Значит, что я могу сказать? Что касается моего маленького ребенка, он заикался. Мы начали принимать Самеги. Я тогда вам, Мария, писала как-то, но ни в какую не пьет Джуниор, потому что ему это невкусно, его рвет. И Мария мне посоветовала Зельшульц купить, как бы добавлять, и еще Омегу. Омегу ему тоже не понравилось, когда я добавляла в коктейль. Мы попробовали в рот просто капать. Это безумно. Мы до сих пор капаем. Также капаем лютеин в рот. Он в коктейлях не пьет. И вы знаете, он перестал заикаться. Честно. Дочь, я очень... Мы ходили по специалистам, дефектологи, они такие, может быть, это пройдет, может быть, как-то, а может, никогда не пройдет, потому что у нас у папы и у дедушки есть такое, как бы, да. Сколько лет ребенку? Ребенку сейчас 5,8. Вот. Мы до сих пор пьем каждый, но единственное, мы не с утра пьем коктейли, а вечером, чисто он. Так вот как бы. Насчет себя я хочу сказать, что у меня, я вот сколько помню себя, да, с детства, у меня были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это было все, это для меня было, ну, можно сказать, когда ты не идешь неделями, да, ну, многие понимают, как бы, о чем я, и жизнь не мила, вот честно, как будто солнца нет на небе. А сейчас вот это все, это четко, ровно и замечательно. Потом у меня были также проблемы, ну, по-женски. Изофлавон, это тоже супер. Вот точно, все остановилось, гормональное, все. Что я еще? Ну, я, наверное, многое попила, кроме пока для суставов еще не попробовала, иммуноген, вот еще хочется. Потом головные боли, да. Это, знаете, вот после этого жить хочется точно. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо.